Миссия канализация. Всем привет. В этой части, чувствую, нам предстоит преодолеть кучу всякого дерьма, обитающего в этих водах. Давайте вспомним Resident Evil 2, когда у нас тут Леон и Клэр бегали. Тоже по говну пауки лазили. Чё, я нажал удар, она поднялась. Так. Мойра, ты там постоишь, да? Нет? Не хочешь там стоять? Нашли ништяки. И рычажок. Видимо, неспроста. Я надеюсь, эти подлагивания будут только на канализации. Че там Мойра все туда-сюда? Как сообразишь, что ли, не может куда идти. Так, ну ладно. Перекрыли кислород кому-то. Сюда никак, да? Наверное, это надо раскрутили, да? Так, стопэ. Это было или не было? Что-то такое ощущение... Клара, чё так нож держишь? Ты готова разделывать рыбу? Лаги пока не спешат появляться. Ну ладно, не хотите, не надо. Как бы... Что вот это за ящик? Что-то... А, это ты, Мойра, там пляж. Ну когда какая-нибудь тварь меня цапнет за ногу, я уже жду прям. Чтобы потом жестко вскрикнуть. Нифига себе тут. Патронов от дробовика прям раздают направо и налево. А это к чему? Как-то долго мы без монстров ходим. Никак, что ли? Или здесь в команде надо как-то типа подсоби? Stay there, Roger. Я говорю, stay there, она бы отошла. Я там видел эмблемку. Вообще куча всякой хрени есть. Может, здесь есть какая-то нибудь хрень? Так, здесь можно подсобить. Так, ага, сейчас наберем всякого амнеца, тут спирт выпьем его. Вот эта железная эта хрень. Наверное, туда подкинем. Так, пооткрываем. Аж целых три. Ай! Я уже думал, ну все. Вот оказывается, как правильно надо действовать. А не как я сразу сжал.
Окей. И окей. Редкие прям детали. Что такое? Пиксель какой-то. Нет, не то, не то. Извиняюсь. А, я тут такая силочина. Ну поберегись. Сейчас на голову кину. Клэр, лови. Так, ух ты ж, нифига, я говорил, да мне достаточно, а тут уже... Тут уже... Так... Мы тут сейчас посочетаем... Пустых бутылок нету... Только трав у меня набралось. Что-то я давно такой богатый не был. Что-то я не пойму. Ну, кидай. Ну давай же, блин, неужели не кинет туда? Тогда нахрена это все я тут мутил? Блин, ну я хочу туда, я хочу туда. А может это для Клэр, чтобы она типа тоже забралась? Ну и за смысл? Ну забралась, забрались они вместе, дальше-то что? По одна другой пинка даст. Пиздец, блин, целый выстрел и столько тормозов из одного выстрела. Как Кайзик сейчас бжж, кинезисом перетащить это. Блин, ну как мне туда попасть, а? Черт. Пистолку, все, ладно. О, дружок, давно не виделись. Вот это рвануло. Давай, Райт, блин, пока я тебя там пусси Райт не завалили. Господи, ну... За что мне эта хрень? Ты, сучка, куда ушла? Ой, тупая дура. Стой тут нахрен. Блин. Тупые тормоза.
Чё, блин? Надурил я вас, дуриков. Интересно, ножом достану. Чё, мозгов не хватает, да, залезть? Пока патроны для пистолета чуть-чуть потрачу. Да ладно, чё, всё что ли? Этот здоровяк каюкнулся. У него достаточно было около 10 патронов пистолета, но я еще там дробашовским разок выстрелил. Ах, круто. Не круто это тормоза, не круто, совсем не круто. Я уже не знаю, что делать. Настройки я понижал. Последнюю версию у меня стоит. Я не знаю, что делать еще. Я бы не сказал, что у меня система допотопная. Почему-то Far Cry 4 идет, я не помню, на максималках или на почти максималках. Практически без тормозов, а это... Лак. Так. Что это за... Хренопопина. Для чего она? Чё тут за... Непонятные коридоры, блин, с какими-то непонятными. А, я вот эту дверь открываю. Так, соединяем. Пусть будет пока так. Жестко я столько патронов сразу набрал, то я был вообще нищим после. Но так спрыгнуть она тут не может. После какого-то этапа. То прям я вообще сейчас богатею из богатеев. Давай, Мойра, работа для тебя как раз. Я пока на это посмотрю, как ты трудишься. А, молодец, сама сообразила, что надо воткнуть. Не надорвись. Да, то я какой-то период переживал, что, блин, игра что-то сложновато даже на норме, но сейчас, я думаю, как раз-то на норме самое то, и можно было даже на харде играть. Но я не стал сразу играть на харде, потому что, во-первых, печальный опыт первого Revelations, где там на харде я даже первый уровень не мог пройти. Ну и плюс, чтобы был интерес еще раз перепройти игру, а то сразу бы на харде прошел, и интереса бы уже не было. Кто-то может спросить, а чё ж ты так с Far Cry не поступил? Ну, Far Cry как-то я сразу не собирался...
бы перепроходить, а с Resident Evil вариации всегда есть. Так, че там подобрал ты, пока болтал? Что-то я подобрал. А, пустая бутылка, да-да-да. Тем более здесь коопчик есть. Можно будет и в коопе на харде потом пройти. Хотя Far Cry 4 там вроде... Ну я не знаю, какой там именно кооп. Или там отдельные только миссии. Так, что? Взорвись. Мойра, твой отец пришел. Чё она делает? Чё за самодеятельность? Блин, лаги, вы меня уже достали. Фонарь в бой. Из-за воды, наверное, столько тормозов. Чё я вообще сюда забрался? Чё я тут хочу? Как-то туда. Понятно, ни хрена. О. Ладно, пусть у Мойры тоже будет, у меня и так 6. Так, рубильник, ты что нам хочешь сказать? Запустите меня побыстрее. Ну, допустим, сейчас запустим. Так, давайте-ка лучше. Наверняка опять в команде что-то делать надо, да? Я слышал крики, нет? Ага. Не нуб ты меня, друг. О, спасибо. Она умеет светить. Странно, что я до этого за ней наблюдал. У меня теперь пятистволка. Да, не ожидал? Я тоже, кстати. Чё он там? Ой, кусок дебила. Так, там еще один. Я, может, даже за Мойру не надо будет возвращаться, сейчас она телепортнется сама.
Я просто ее что-то оставил, думал, опять хрень. Может, эта хрень будет подниматься или еще что. Что-то такое ощущение, что какой-то босс вылезет и будет нам голову морочить. Рискнуть, что ли, фоломикнуть? Ладно, пока не буду. Один хрень автопоявление персонажа. Всякие штучки, дрючки. Мойра, не бойся, не забуду я тебе. Наверное. Чё это такое? Я боюсь. Интересно, что там? Ладно, был сейф. Тогда здесь пока что остановимся. В этой передряге. Встретимся уже в следующей части.